يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات قابل التوبات الله 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 لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ассаляму алейкум, уважаемые братья и сестры, рады приветствовать вас на нашем телеканале Хади ТВ 3, на нашей передаче, которая посвящена месяцу Рамазан. И напоминаю, что у нас сегодня в гостях уважаемый Худжатул Ислам валь Муслимин шейх Курбан. Ассаляму алейкум, шейх Курбан. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемый шейх Курбан, на прошлой передаче, на позапрошлой передаче мы поговорили на такую, вы начали разъяснять нам аят из Корана, в котором говорится, что Коран является подтверждением того, что было ниспослано ранее. И также мы сказали, что Коран превосходит те книги, которые были ниспосланы Богом ранее. Прошу вас, хотелось бы продолжить нашу тему. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة ولا آدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я прежде всего приветствую дорогих зрителей Хади ТВ 3. И прежде чем продолжить нашу тему относительно особенностей Корана, особенностей священной книги, ниспосланной Богом, которая обретает особую доступность в этот месяц, месяц Рамадан. Прежде этого я бы хотел коснуться того события, которое произошло в прошлую ночь, а именно 19-ю ночь, сегодня 19-е Рамадана, и в ночь, ночью этого дня, то есть этой ночью, был ранен его светлость Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам. Хариджит ибн Мульджам именно в эту ночь нанес свой удар. И именно в эту ночь был ранен его светлость Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам. Но я бы хотел бы коснуться одного очень важного момента, который мы наблюдаем во время этого события, во время ранения его светлости Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, которая приковывает к себе особое внимание, которая привлекает к себе особое внимание. Когда его светлость Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, был ранен, когда проклятый ибн Мульджам ударил его светлость мечом, отравленным мечом по голове, его светлость, первая реакция Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, на это, как он отреагировал на это, это привлекает к себе особое внимание. Когда его светлость Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, ударили, он сказал: «Фузту ва раббиль Кааба». Я достиг успеха. Фузту. Я достиг успеха. Клянусь Господом Каабы. Клянусь Господом Каабы, я достиг успеха. Это что? Что это за выражение, что это за предложение, о чем оно свидетельствует? Это предложение, свидетельствующее о невероятной радости Али ибн Аби Талиба, алейхиссалату вассалам. То есть это была радостная весть для Али ибн Аби Талиба, алейхиссалату вассалам. Он к этой ночи готовился очень долго. Он ожидал эту ночь, он знал, что произойдет это, и в какую ночь это произойдет. Он все это знал, и он готовился. Для него это было нечто желанное, как говорил его светлость сам: «Валлахи, лабни Аби Талиб,
анисун биль маути мин ат-тифли би судьи умми. Его светлость говорил ранее, что клянусь Аллахом, клянусь Богом, сын Абу Талиба, то есть он, сын Абу Талиба, больше желает смерти, больше влюблен в смерть, чем ребенок в грудь своей матери, чем новорожденный ребенок в грудь своей матери. Валлахи лебни Аби Талиб анисун биль маути мина тифли бит судьи умми. И когда его светлость Али бин Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, был ранен, его посещали, приходили к нему его родные, близкие, друзья приходили, его последователи, шииты его приходили. И один из его последователей, который посетил его, когда, будучи раненым, он был несколько дней, его светлость находился в таком состоянии. И этот человек рассказывает, что когда я его посетил, я бросился к нему, бросился в его ноги и стал громко плакать. Стал плакать, когда я увидел его в таком состоянии, раненом состоянии, окровавленном состоянии, в плохом состоянии увидел. И тогда Али бин Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, обратился к нему, он говорит, и сказал, что разве ты не знаешь, что я влюблен в смерть, влюблен в это. И тогда его последователь говорит, что я сказал, что я знаю, что ты желаешь встречи со своим Господом. Это самое желанное для тебя. Самое желанное для тебя – это встретиться со своим Господом. Именно такую функцию играет смерть, именно такую роль играет смерть. Это мост из этой жизни в другую жизнь, она никакой другой роли не играет. Смерть – это переход из одного мира в другой мир, это мост, это некий портал, если хотите, выражаясь более современным языком. Но он говорит, передатчик говорит, что я знаю, что ты влюблен во встречу с Господом, но я оплакиваю не тебя, я оплакиваю самого себя, что я теряю тебя, я расстаюсь с тобой. Все эти события, все это говорит нам о том, что Али бин Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, был одним из самых влюбленных и желающих смерти людей. И таковым должен быть, желать смерти, стремиться быть, ожидать его, готовиться к нему, воспринимать смерть как некий праздник, то есть свою собственную смерть. Каждый верующий человек, если он на самом деле является верующим, если на самом деле он является верующим, это должно быть самое желанное, желанный ан, то есть самое желанное мгновение в его жизни, самый желанный момент в своей жизни, наступление смерти. Почему? Потому что с наступлением, когда приходит смерть человеку, он получает то, что заслужил в этой жизни. Он стремится и направляется к тому, что заслужил. И помимо этого он направляется к своему Господу. Его ожидает встреча с его Господом. Что он теряет? Что он теряет? Что верующий человек теряет со смертью? Машину, деньги, положение. И только, ничего более. А все это незначительно для человека. Все это временно. Все это не является для человека чем-то важным. Вот что, вот привязанность к чему вселяет страх и ненависть, вселяет нежелание встретиться со своим Господом, привязанность ко всему этому. Али бин Аби Талиб, алейхиссалату вассалам. Я приведу одну историю, чтобы для сравнения. Дело в том, что второй халиф был убит примерно так же. Второй халиф был убит примерно так же, как Али бин Аби Талиб, алейхиссалату вассалам. Все же
примерно в таких же самых обстоятельствах, и он тоже получил, его ударили. Но реакция, для сравнения, чтобы понять, как люди реагируют на свою собственную смерть, на понимание. Когда Али бин Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, бьют, и он понимает, что этот удар приведет к его смерти, он говорит: «Фусту ва раббиль Кабе, клянусь Богом, я достиг успеха». А второго халифа, когда он ударили, я прошу прощения, он обматерил мать того, кто его ударил. Он сказал: «Ловите такого-то, такого-то», и обматерил его, и обругал его мать. То есть это сравнение человека, который привязан к этому миру, не желает встречи со своим Господом, и человека, который стремится к своему Господу и ко встрече со своим Господом. Никогда, это очень тоже примечательно, справедливость, великодушие и величие Али бин Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, он завещал своему сыну, старшему сыну, имаму Хасану, алейхиссалату вассалам, нанести Ибн Мульджаму всего лишь один удар, вне зависимости от того, приведет ли этот удар к его смерти или не приведет. Почему? Потому что это был акт мести. А акт мести, он не должен быть преступлением сам по себе. То есть это говорит о справедливости Али бин Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, который расценил, что ответом, справедливым ответом является на один удар, является также другой, один всего лишь удар. Большое спасибо вам, уважаемый шейх Курбан, но мы вынуждены прерваться на короткую паузу, после чего мы вернемся и продолжим наш разговор. Ну а вас мы просим, уважаемые телезрители, не отходить от ваших телеэкранов. Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут. Ассаляму алейкум, уважаемые братья и сестры. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях уважаемый Худжатул Ислам валь Муслимин шейх Курбан. И вместе с уважаемым шейх Курбаном мы поговорили про смерть имама Али, о том, как он был ранен и какие же слова он произнес после того, как он был ранен. А именно, если цитировать его слова, он сказал, что «Фусту ва раббуль Кьяба», что в переводе означает: «Воистину я достиг успеха, клянусь Богом Кабы». И хотелось бы, уважаемый шейх Курбан, во второй половине нашей передачи вернуться к нашему разговору про Коран. Прошу вас, пожалуйста. Итак, мы ранее говорили об особенностях священного Корана, так как это месяц Рамадан, и в первую очередь необходимо понимание величия священного Корана, чтобы стремиться к чему-нибудь, чтобы изучать что-либо, прежде всего нужно хотя бы какую-то долю величия этой вещи осознать. И этот месяц является месяцем Корана, и необходимо понимать и осознавать, что из себя представляет Коран. И ранее мы сказали, что священный Коран – это божественная книга, которая вобрала в себе все учения, все божественные учения, все божественные книги, которые были ниспосланы, и более того, превосходят все эти учения, все эти книги. Это, конечно же, это описание, которое содержится в самом священном Коране, оно дает неописуемое величие, придает неописуемое величие священному Корану и придает ему неописуемое значение, неописуемую значимость для каждого человека, для каждого верующего.
так как божественные книги, они призваны дать человеку все необходимое для счастья, для вечного счастья, для настоящего счастья, дать им путь, указать им путь к блаженству, к достижению истинного успеха. Это цель божественных книг – указать человеку путь. Прямой путь, короткий путь, самый легкий путь, самый лучший путь, самый совершенный путь. Указать человеку на это. И когда мы говорим, что божественное, что священная книга превосходит все божественные книги, какую значимость для человека обретает священный Коран? Неописуемую значимость, неописуемое величие. О священном Коране также сказано, Всевышний также сказал: «Шифаун лима фис судур» является исцелением того, что в груди у человека, того, что в сердце у человека. Судур здесь, то есть является, указывает на душу человека, на него самого. То есть «Шифаун лима фис судур» является, священный Коран является исцелением того, что в сердцах у людей. Дело в том, что у каждого человека, так или иначе, мы ранее говорили, приводили предание о том, что Всевышний приказывает ангелам, ангелу, который записывает плохие деяния, не записывать намерения, не записывать мысли. Но мы также привели предание, что когда у человека возникают плохие намерения, плохие мысли, ангелы узнают об этом. Каким образом узнают? И в предании сказано, что так же, как если слепой человек войдет в уборную, войдет в отхожее место, и он поймет, что это отхожее место, если слепой человек окажется рядом с чем-то очень зловонным, то он поймет, что он рядом находится с чем-то зловонным. Точно так же ангел понимает, что этот человек имеет плохие намерения, имеет плохие мысли. То есть мы говорили о том, что они не записываются как грехи, но все это является болезнью. Плохие намерения, плохие мысли, они являются болезнью. Они сами по себе грехом не являются, но они приводят к греху. И необходимо их исцелять. Необходимо исцелять свои намерения, необходимо исцелять свои мысли. И именно с этого начинается благодеяние. И именно с этого начинается отказ от греха и преступлений. Именно с этого начинается отказ от нечестия. Очистившись от плохих намерений, от плохих мыслей, человек отказывается. Это первый шаг. Если человек будет попустительствовать, будет халатность проявлять в этом отношении, то все это в конечном итоге так или иначе приведет постепенно, медленно, постепенно приведет его к нечестию, приведет его к грехам и преступлениям. И поэтому человек должен заниматься, быть хранителем своих мыслей, быть хранителем своих намерений. А с чего это, как это делать? Что является исцелением для этого? Что является исцелением намерений? Что является исцелением для мыслей, того, что в сердцах, того, что человек желает или не желает. Это намерение. Человек желает. Человек видит, например, что-то запретное, может вас желать. Это то, что фиссудур, то, что в сердцах, то, что в груди у человека. И исцелением этого является священный Коран. «Шифаун лима фис судур» – это сказано в священном Коране, это сам Бог это сказал. «Шифаун лима фис судур». И поэтому исцеляться нужно с помощью священного Корана, стремление священного Корана, изучение священного Корана. И, конечно же, все это значимость, особую значимость обретает именно в этот месяц Рамадан. И также в священном Коране сказано: «Китабун анзальнаху Илейка литухриджа ан-наса мина зулумати иля нур». Книга, которую мы ниспослали тебе. Книга, которую мы ниспослали тебе, чтобы ты литухриджа ан-наса
мина зулюмати иля нур, чтобы ты выводил людей из тьмы к свету, чтобы ты вывел, чтобы ты, о посланник Аллаха, о пророк, чтобы ты вывел людей из тьмы, из невежества, из неверия, из бесчестия, всего того, что является тьмой. Чтобы ты вывел человека из нечестия, из тьмы, из невежества к свету. Вывел его к свету, чтобы вывел человечество и человека к свету. То есть священный Коран является вот таким средством, средством, с помощью которого человек может выйти к свету, направиться к Богу. Аллаху нуру самавати валь ард. Бог является светом небес и земли, сказано в священном Коране. С помощью священного Корана, с помощью этой книги Аллах выводит человека, Аллах избавляет его от тьмы и направляет его, выводит его в сторону света. Конечно же, я также подчеркну, мы говорили ранее об этом, что священный Коран является лечением, является своего рода некой такой аптекой для души человеческой, для духа человеческого является. И точно так же, как в аптеке мы находим какие-то определенные средства для своего тела, для лечения своих болезней, также и в священном Коране есть подобные. У одного есть одни недостатки, у другого человека есть другие недостатки. Точно так же, как и болезни. Один болеет гриппом, другой болеет еще чем-то посерьезнее. Также и душевные болезни, духовные болезни имеют разные. И каждый из этих болезней, точно так же, как Всевышний в этом мире, как сказано в предании, имеется предание, что нету болезни, нет такой болезни, у которого не было бы лечения. То есть Всевышний не дал человечеству той болезни, за которым не спослал бы, не дал бы человеку лекарства от этой болезни. То есть вы имеете здесь в виду говорится, про духовную болезнь? Нет, здесь говорится не про духовное. Не про духовное говорится. Это внешний смысл. Это говорится про все. То есть здесь не про духовное, про любую не сказано такая болезнь или эдакая болезнь. Про все болезни так сказано. То есть каждая болезнь, будь то это духовная болезнь, будь то это физическая болезнь, каждая болезнь имеет свое лечение. Но вопрос в том, знаем мы это лечение или не знаем об этом лечении. Имеем мы доступ к этим лекарствам? Знаем мы об этих лекарствах? Это предание говорит о том, что нужно искать. Всякая болезнь имеет свое лечение. И лечением, лекарством от всех духовных болезней, лекарство от всех духовных болезней содержится в священном Коране. Именно священный Коран является. И каждый человек, каждый верующий, каждый читающий Коран может найти лечение именно своей болезни. Как в том предании, которое мы привели, когда дед Фараздака, если я не ошибаюсь, его звали Са-Са. Са-Са, когда услышал от посланника Аллаха, когда он попросил посланника Аллаха донести ему божественное послание, сказать ему что-либо, и посланник Аллаха: «Фаман я'маль мисқала дзарратин хайран ярах, ваман я'маль мисқала дзарратин шарран ярах», когда он прочитал вот этот аят, что каждый человек, который совершит даже крупицу плохого поступка, увидит, получит за это наказание, и каждый, кто совершит хотя бы малейшее благодеяние, получит за это награду, он сказал: «Хасби, мне этого достаточно». То есть это было именно тем лечением, тем, что было необходимо ему. И поэтому каждый человек может найти лекарство своих духовных, душевных болезней в священном Коране. И опять-таки повторюсь, в этот месяц вся эта роль, все эти особенности священного Корана обретают особую значимость, обретают особое усиление. И поэтому человек
может в этот месяц, и в особенности в ночь Кадр, воспользоваться еще больше, с еще большей эффективностью, воспользоваться этими особенностями, этими целебными качествами Священного Корана. Уважаемый шейх Курбан, большое спасибо. Спасибо. Надеюсь, что данная вами информация очень позитивно скажется на наших телезрителях, а также будет очень полезно и познавательно. На этом мы с вами прощаемся. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракат. Ну а мы с вами прощаемся, уважаемые телезрители. Спасибо, что смотрите нас. Желаем вам сил и терпения в этот священный месяц. Не упускайте возможность возместить и смыть все свои грехи. А на этом мы с вами прощаемся. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا